Сегодняшний вопрос, который мы планируем пообсуждать, это реконструкция бывшей молочной кухни, расширение 7-й поликлиники, реконструкции 7-й поликлиники. Но я думаю, что направление выбрано правильно. И вот результат того направления – это ближайшее открытие в ближайшем будущем. Я надеюсь, в дню города это произойдет. Открытие еще одного отделения врачей общей практики поликлиники номер 7. Самое главное, что в этом процессе выиграют только люди, которые получают медицинскую помощь в 7-й поликлинике, и в том числе вот в медицинском центре, который был открыт в прошлом году. Мы в 3 раза, даже больше, снижаем нагрузку на 7-ю поликлинику существующую. И в каждом вновь открытом офисе Центра врачей общей практики открываем полнофункциональное представительство вашей поликлиники, да, с тем качеством услуг, которое не ниже, чем в 7-й поликлинике, а даже выше. Даже выше будет. Тех возможностей, которые предоставляют эти помещения. Здесь увеличится площадь, во-первых. Во-вторых, будет прием не в 3 смены, а будет прием в 2 смены. Это качественно улучшит качество оказания медицинской помощи. Те услуги, которые оказываются в Центре врачей общей практики, так же, как и услуги, которые ранее оказывались в 7-й поликлинике, они оказываются на безвозмездной основе. Мы работаем по МС. Да. Если вы говорите о том, что большая часть населения взрослого будет здесь расположена, тогда улучшится ситуация, естественно, из детской части. Да, я повторюсь, мы построим 3-й этаж в виде реконструкции основного здания, и на 3-й этаж переедет все детское отделение. Максимально на 98% будет 3-й этаж занят детским отделением. Останутся только некоторые специалисты, ну, которые общего профиля, скажем так. Вот кабинет хирурга, можем показать, хирурга-травматолога. Ведется реконструкция Центра врачей общей практики в Заягрбском районе. Это филиал 2-й поликлиники на Гоголя. И к дню города будет открыт этот центр.